Come with me, leave all your things, yeah. We can stop at Gucci, stop at Louis V, yeah. Come with me, flying at the crease. Full on speed, so lonely body. Доброе утро всем, ребят. Я недавно проснулась. Сейчас просто смотрю в окно, и мне кажется, этот день у меня будет сегодня просто день отдыха, потому что последние 3 недели были какие-то максимально крэзи. Вот сегодня в планах отдыхать. Бывают такие дни, поэтому пускай это воскресенье будет днем отдыха. Итак, это мой вес на сегодняшний день. Я, правда, не понимаю, почему 53,7, когда вчера было 52,9. Скорее всего, это какая-то водичка. Ну да ладно, сейчас мы сделаем замеры и посмотрим. Так, что касается моих замеров, то я всегда измеряю только талию и бедра, потому что грудь, она у меня никогда не прибавляется, не уменьшается, поэтому мне ее измерять не стоит. Но если у вас абсолютно другое телосложение тела, то измеряйте грудь, чтобы понять, убегает она от вас, когда вы худеете или нет. Вот, давайте приступать. Ну вот талия на сегодняшний день получается 59 сантиметров. В принципе, это стандартная моя талия, ничего нового. Что касается бедер, ножки ставим вместе и измеряем самые выпуклые части ваших бедер. Ну сегодня 89,5. Но опять-таки я говорю, что я какая-то сегодня отекшая, опухшая, непонятно с чем это связано. Может быть, потому что я вчера поздно поужинала, потому что у меня не было обеда, у меня был только завтрак. И, возможно, поэтому водичка у меня застоялась. И давайте еще измерим обхват ноги. Вот здесь вот тоже в самой большой ее части. Ну, обхват 50. Это тоже как бы стандартно у меня. В общем-то, все запомнили. И сейчас я вам расскажу, для чего я это делала. Итак, каждый год уже на протяжении 3 лет в Лос-Анджелесе я провожу детоксы раз в год, и это обычно как раз-таки вот проходит осенью, где-то в октябре, в ноябре месяце. А, до этого я делала детокс на соках 3 дня подряд. А, сейчас посмотрим, насколько и как меня хватит в этом году. Пока что я себе купила курс на 1 день, но я знаю, что от 1 дня особо никакой пользы нет. А, но в любом случае это намного лучше, чем вообще ничего. Вот, я сейчас поделюсь с вами соками, какие они, как их нужно пить, сколько нужно пить. И все, в принципе, сегодня завтрака не будет, сегодня будут весь день соки. Итак, соки я покупаю вот в Press Juicery, это достаточно известная марка в Лос-Анджелесе. Я пыталась найти другие какие-то детокс-программы, но, к сожалению, пока нашла только у них. Вот, здесь вот они дали мне такую брошюрку. И что нас здесь ждет? Как вы видите, они распределили, что и когда нужно пить. То есть первый сок, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. И также они мне дали 2 бутылки алоэ вера, хотя одна бутылка должна была быть алоэ вера, а другая хлорофилл. Но, к сожалению, не было, поэтому он мне дал 2 бутылки алоэ вера. И как нужно пить эти соки? Вы должны выпить их все 6 соков в течение дня, также 2 бутылки воды с алоэ вера. Но помимо этих соков, вы также должны выпить столько же воды. Я сейчас посчитала, все вот эти вот 6 соков насчитывают 1270 калорий. Вот, я сейчас попила алоэ вера полбутылочки и буду пить сок. Первый сок у нас с вами это ванила, миндаль, финики и соль. 280 калорий на бутылку. Все, давайте пить, завтракать. Сейчас уже где-то 12:30, и я только буду пить второй сок и делать зарядку и растяжку. Итак, у нас второй с вами сок, и здесь в составе яблоко, огурец, сельдерей, лимон, шпинат, кейл и петрушка. 140 калорий. На самом деле, вот этот сок, он очень вкусный, он сладкий, но достаточно легкий. Все, выпиваем и идем делать зарядку. К
Как видите, я переодела топ, расстелила коврик, и я не просто так сказала, что мы будем делать зарядку и какую-то легкую растяжку, потому что сразу хочу сказать, ребята, если вы делаете какие-то детоксы, в такие дни нельзя заниматься активным спортом, чтобы не навредить мышцам и вашим суставам. Поэтому в такие дни мы можем заниматься легкой растяжкой, не самой трудной йогой, чтобы не было там, знаете, вот всяких вот заворотов и так далее. Не нужно изнеможать свой организм, потому что он и так чистится, и лишние силовые нагрузки пойдут только во вред, а не в пользу. И я вот сейчас на экране включила йогу. Если честно, это мое второе занятие по йоге. Первое занятие было зимой. Мне очень, на самом деле, понравилось. Я никогда раньше не пробовала. Для меня это было немножечко тяжеловато, хотя уровень был для новичков. Вот, сейчас я по ссылке просто какой-то девочки нашла вот эту вот йогу. И попробуем, посмотрим. Тут говорится, что это именно йога на растяжку, но опять-таки говорится, что она не самая, может быть, простая. Я начну, попробую, если пойму, что мне будет тяжело, то прекращу. Но я сделала зарядку в любом случае, поэтому даже если мне не понравится, я буду растягиваться и отдыхать. Так что давайте приступим. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Закончила занятие по йоге, на самом деле мне очень понравилось, и хочу сказать, что вот это вот занятие было проще, чем мое самое первое. То есть здесь действительно такое расслабление, нет сильного какого-то напряга и супер каких-то поз. Это вот, мне кажется, самое-самое необходимое, что мне сейчас можно делать во время детокса. Вот, и если вы занимаетесь йогой или делаете какие-то практики, мне будет интересно на самом деле почитать. Оставляйте какие-то ссылки, я обязательно попробую. Мне сейчас вообще интересно все новое, какие-то медитации, йоги, вакуум живота, если вы этим занимаетесь, потому что я давно хочу начать, но все как-то откладываю, потому что знаю, что это очень полезно. И сейчас буду пить еще одну бутылочку с алоэ вера. Ощущения прям вот какие-то такие, знаете, такого спокойствия, какого-то расслабления. Вот, мне кажется, я выбрала правильные дни для детокса на самом деле. Пришло время третьего сока. Значит, здесь у нас морковь, яблоко, шпинат, лимон, петрушка, имбирь и кейл. 150 калорий. Давайте пробовать. Еще знаете, что хотела сказать, что детокс лучше проводить одному, вообще наедине с собой, потому что перезапуск организма не только внутренне, но и как-то ментально, потому что если у вас будут там друзья или родители, которые, ну съешь вот это вот, ну съешь какую-то печеньку, съешь конфетку, ничего не будет, и ты такой, блин, ну реально от одной же ничего не будет, и съедаешь, поэтому нужно находиться в какой-то гармонии с собой, чтобы делать этот детокс и понимать, что у вас действительно хватит. Ну а я сейчас буду смотреть танцы, потому что сегодня воскресенье, а воскресенье это обычно у меня просмотр всех телепередач, которые выходят по выходным, поэтому я пока устраняюсь. Итак, четвертый сок на подходе, и у нас здесь в составе это цитрусовый сок, здесь опять-таки яблоко, ананас, лимон и мята. 240 калорий вот на вот эту вот баночку 450 миллилитров. Я все-таки выбралась на улицу. Сейчас мы едем с вами за соками. Надеюсь, там будет все 6 соков, потому что обычно к вечеру все раскупают. Магазин закрывается через 1,5 часа. Но скрестим пальцы и поедем. Вот соки. Какие есть. Сейчас я у них спрошу. Мы купим и поедем с вами домой. Также у них вот есть батончики и разнообразные шоты. У меня сегодня такой день, когда не хочется делать абсолютно ничего, хочется лежать и смотреть телевизор, поэтому именно этим я и займусь. Сейчас я уже буду пить 5-й сок. Ой, вот после вкуса, после имбиря есть, конечно, такой едкий, но неплохой.
пить можно? Потому что некоторые говорят, что вот все эти соки такие противные, такие фу, невкусные. Блин, ну камон, когда вы делаете детокс или очищение, это не должно быть вкусно. Это делается на травах, на каких-то продуктах питания, которые вы чаще всего в своей жизни употребляете редко, либо в супер маленьких количествах. Поэтому соки не должны быть супер вкусные. Но я хочу сказать, вот защиту вот этих соков, они реально вкусные. Ну, то есть кто-то мне пишет, фу, я пробовала, вообще отстой. Но вы привыкли, наверное, к таким сокам или каким-то смузи, которые продаются в магазинах, в которых просто 100 грамм сахара на 200-500 миллилитров. Поэтому вам такие соки нравятся. Эти, естественно, немного другие, но они прикольные. Доброе утро всем. Детокс день второй. Я только что проснулась, поэтому мы сейчас с вами налепим патчи и пойдем взвешиваться, смотреть, что изменилось за один день. Так, ну что, вот вес 53. Вот эти 700 лишних грамм как раз-таки ушли. Это была вода. Вот так вот я выгляжу на данный момент, но замеры я сегодня делать не буду, потому что смысла нет. Я думаю, сильно ничего не изменилось. Замеры сделаем уже, получается, не завтра, а послезавтра, когда закончится детокс, и посмотрим, какой будет конечный результат. Ну, а я сейчас буду просыпаться, 15 минут посижу в патчах, потом приму душ, сделаю зарядку, и мы с вами будем завтракать соком. У меня хоть и немножечко такой помятый вид сейчас, но на самом-то деле я уже позанималась, поделала некоторые дела с утра. Сегодня я вечером иду на лазер, наконец-таки я записалась, это уже третья сессия. Вот, и сейчас мы с вами будем пить следующий сок, это уже будет третий сок. Два первых я вам не показывала, потому что они были точно такие же, как вчера. Единственное, там немножечко последовательность поменялась, в общем-то, сейчас у меня будет третий сок, и это сок с яблоком, огурцом, сельдереем, лимоном, шпинатом, кейлом, петрушкой и с имбирем, вот, это будет третий сок. Четвертый сок как раз-таки, это будет сок со свеклой, который был в прошлый раз самый противный, я не знаю, как в этот раз он мне будет на вкус, но да, здесь, значит, у нас яблоко, лимон, свекла и имбирь. Водичка с хлорофиллом, она вот такая вот темно-зеленая, практически черная, и водичку с алоэ вера я уже выпила. В общем-то, целое состояние мое достаточно хорошее, я себя вообще хорошо чувствую, на удивление. Мне абсолютно не хочется есть, мне даже соки-то пить почему-то не хочется. То есть нет чувства голода, все нормально. Вот вчера к вечеру мне хотелось есть, но, блин, это всегда, в принципе, у всех, даже если вы не на детоксе. Но состояние действительно очень хорошее. Я также пью водичку еще помимо этого, потому что я сейчас занималась, тренировка у меня была достаточно такая, не супер интенсивная, но на все группы мышц. Вот, поэтому все-таки я думаю пройти 3 дня. Сегодня поеду за третьей партией, так что вот как-то так. Я, значит, уснула сейчас. Но перед тем, как уснула, ребят, я съела горсть кешью. Ну, что поделать, вот, ну, вы понимаете, я могу вообще не есть, вот вообще не есть. Но, блин, без кешью я жить не могу, вот, ну, не знаю, вот хоть убейте, реально. Просто еще, знаете, в чем прикол? Вот перед тем, как начать детокс, я столько всего вкусного домой купила. То есть я вообще спокойно могу это не есть, могу подождать и так далее. Но вот орешки, это вот, я не знаю, как от этого отказаться, реально. Я съела горсть, признаюсь. Ну, горсть. Немножечко, грамм 30, не больше. Вот, но из-за того, что я съела эти орешки, мне сейчас этот сок пить вообще не хочется. У меня как раз сейчас по счету должен быть 4-й с этой свеклой. И потом еще 2, и еще хлорофилл. И что-то я вот так вот накидалась этими орехами, что, скорее всего, я 4-й пропущу. Не знаю насчет 5-го. 6-й точно выпью, потому что, чтобы на утро не было чувства голода, вот, но признаюсь. Но в этом ничего страшного нет, на самом деле я себя вообще никак не виню, то есть это не так, что, знаете, я там сожрала какой-то бургер или еще что-то, но орешки, это полезные жиры, то есть они необходимы, и
Ну вот так. Что поделать? Как бы, как есть, рассказываю правду. Ну что, доброе утро всем. Детокс, день третий. Я сейчас выдвигаюсь на хайк, поэтому я переодеваюсь. Мы с вами быстро встаем, измеряем вес и выдвигаемся. Сегодня настроение замечательное, надеюсь, меня хватит на третий день, потому что я взяла абсолютно другой детокс. Там последний день это именно зеленые соки, там очень мало калорий, но чувствую себя прекрасно, поэтому давайте измерять вес. Вес на сегодняшний день такой же, как и вчера, ничего не изменилось, поэтому параметры измерять тоже не буду. Посмотрим, что будет завтра. Я одета. Собрано, поэтому все, пойдемте, я постараюсь вам показать. У нас, правда, на улице очень пасмурно, я сейчас еще надену кофту, потому что всего 15 градусов, но должно быть классно. Ребят, смотрите, я такое впервые вижу. Ой! Хочу заметить, что из-за того, что третий день детокса, подниматься в гору достаточно трудно, потому что все равно сил не так много. Но плюс в том, что не очень жарко. Ребят, хочу вам снять собаку, она в очках от солнца. Не знаю, видно будет или нет. Ребят, совсем забыла с вами поделиться вчера. В общем-то, что касается сока, все было нормально. Но я вчера не выпила 2 сока из-за того, что я съела горсть орехов. Мне вообще не хотелось пить. И я только вечером уже выпила последний вот этот вот сок, который с миндалем и финиками. И все, у меня 2 этих лишних сока остались. Вчера я купила другую программу. Там, получается, это 3-я программа для таких, для самых продвинутых. И там в большей степени зеленые соки. И получается, что вот эта вот программа рассчитана, по-моему, всего на 780 калорий в день. То есть первая у нас была с вами практически на 1300, там 1270, по-моему. А второй был на 1100 или что-то такое. И вот третий вот этот вот на 780 калорий. Вот, я сегодня пока что выпила только 3, потому что мне что-то вообще не хочется. Но хочу сказать, что состояние очень хорошее, супер легко на животе, нет никаких отеков, они все сошли. Действительно, кишечник прочистился. Вот, и я, конечно, уже жду не дождусь, когда я завтра смогу поесть, потому что я люблю еду, а еда любит меня. И также хотела рассказать вам историю вчерашнюю про кино. В общем-то, ходила я в кино на Теннет, Кристофера Нолана этот фильм. И хочу сказать так, что фильм идет очень долго, 2,5 часа. Вот. И я весь фильм сидела вот так вот, втыкала, вникала и ни хрена не поняла. Во-первых, из-за того, что английский. У меня как бы нормальный английский, я все понимаю, но там произносились какие-то термины, и действительно было вообще непонятно. Вот поэтому нужно будет этот фильм еще раз пересмотреть на русском языке, чтобы понять всю суть, потому что, блин, это, ну, достаточно тяжело было. В общем-то, если вы смотрели, дайте знать, как вам. Если не смотрели, то и не смотрите. Вот. А сейчас я сделала кастинг, иду как раз-таки за цинком, который я хотела еще купить 2 дня назад, и побегу домой, потому что сегодня у нас выборы, и на улице, если честно, уже происходит какая-то жесть. Во-первых, магазины практически все заколочены. Они закрываются сегодня намного раньше, так же, как и банки и прочие заведения. А, во-вторых, в городе очень много милиции, полиции, вот этих вот всех служб, потому что, ну, как бы, люди готовятся, и люди знают, что сегодня что-то будет не то. Вот, и, естественно, многие говорят, в том числе и мама мне звонила и сказала сидеть дома, никуда не выходить. Я, в принципе-то, никуда и не собиралась. Но сам факт, да, что будут 100% беспорядки, просто непонятно,
по масштабности, в каком вот формате и как долго это будет происходить. Вот. Поэтому посмотрим. Завтра мне на работу к 8 утра. Я буду выезжать в 6:30. И посмотрим, какие будут последствия на улице после выборов. Вот так вот прошел мой детокс. 3 дня на самом деле пролетели очень быстро. Я безумно счастлива. Завтра посмотрим конечный результат. Я надеюсь, что он будет хороший, сильный. Я там ничего не ожидаю, потому что, в принципе, мне вес сбрасывать не нужно было. У меня просто был, как бы, так скажем, отек. Я могла его сбросить и питаясь правильно, как бы, как я это делаю раньше. Детокс я проводила лишь для того, чтобы очистить свой организм изнутри, свой кишечник, желудок и вывести все шлаки и токсины. Вот, поэтому встретимся уже завтра с утра на конечных замерах. Это будет, наверное, слишком рано, потому что на работу мне выезжать надо будет в 6:30. Но в любом случае я замерюсь, покажу вам вес. Все, надеюсь, он уйдет еще хотя бы на чуть-чуть, потому что мой нормальный вес 52,5. Все, до завтра. Так, девчоночки мои, в общем-то, на утро я вам не успела записать, какие у меня замеры и какой у меня вес, потому что вчера утром я поехала на съемку, мне нужно было к 8 утра, поэтому я встала в 6, и мне действительно было не до этого. Вот, что касается веса, я сегодня взвесилась, вес также был 53, то есть вот еще лишние 500 грамм почему-то не ушли, ну да ладно, это в принципе нормально, это у всех бывает, плюс-минус 1-2 килограмма, это норма. Вот, что касается параметров, ну, сантиметр ушел, но опять-таки это тоже все вода. Сильных каких-то изменений нет, но опять-таки хочу повториться, что этот детокс я делала чисто для себя, чтобы очистить желудок, очистить кишечник. И так как я сейчас начинаю принимать новые витамины, это такой был некий перезапуск организма. Вот, поэтому хочу повториться, что если вы вдруг захотите делать какой-то детокс или еще что-то, обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Так как я это делаю уже 3-й год подряд, я знаю, как отреагирует мой организм, как я себя буду вести и так далее и тому подобное. Вот, поэтому надеюсь, что вам было интересно вообще посмотреть вот мой вот этот вот 3-дневный детокс, возможно, узнать какую-то новую информацию. Спасибо вам за просмотр, оставайтесь на моем канале, будет интересно, не забывайте подписываться, также не забывайте подписываться в Инстаграме, ставить пальцы вверх и увидимся в следующем выпуске. Пока-пока!